Нарва – город, который в свое время был драгоценным камнем шведской короны. И сегодня это милое место, которое дорого местным жителям и гостям. В принципе, как и раньше. Семья – это основа общества с древних времен. В средние века люди старались поскорее создать семью, ну или просто познакомиться, чтобы вместе весело провести время в посте и молитве. Иногда для этого использовали быстрые свидания. Извини, что опоздал. Был у дантиста. А я вообще за здоровый образ жизни. Спорт, витамины. Чеснок будешь? Меня не интересует твое приданное. Мне не важен твой титул. Меня интересует только твоя душа. Чистая душа. А когда выдавалась хорошая погода, жители Нарвы, как и сегодня, любили прогуливаться по живописным местам, наслаждаясь пением птиц, аллергией от цветения и всеми прелестями природы. Мой рыцарь, мне кажется, этот простолюдин нас преследует. Милейшая, не волнуйтесь. Это мой шагомер. Голубчик, ну-ка. Уже 3051 шаг. Еще пару тысяч до дневной нормы. Еще пару тысяч. Пройдемте. Если в средние века вы хотели интересную, творческую и многостороннюю работу, которая давала вам знакомство с интересными людьми, вы шли работать палачом. Всем привет! А сегодня на нашем тренинге по йоге мы поговорим о растяжке. Принимаем удобное положение. Думаем о хорошем. И стараемся открыть верхние чакры. Фиксируем эту позицию. Стараемся не заваливаться. Кстати, иногда сразу открыть чакры не получается. И поэтому можно использовать специальный инструмент. Расслабьтесь и откройте себя миру. Кстати, если вам понравилось, дерните в колокольчик. Нарвские мастера всегда славились качеством своей работы. Популярность их была настолько велика, что номерки в очередь были распределены на 300 лет вперед. Пожалуйста, каталог. В современных эскизов есть драконы, иероглифы, есть трайблы. А набей мне голову льва. Вот такого размера. И чтобы у него из пасти вода. Вот так, вот так, вот так. Мне это ваша новая мода.
Ну, давайте попробуем. Ну вот, как-то так. Красота! А со временем не сойдет? Не сойдет. Делаем на века.